Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиза. И сегодня у нас кое-что особенное. Это токбоки. Корейские рисовые палочки. Я купила это в корейском магазине. И мне хотелось сделать сразу два вида одновременно, поэтому мне пришлось использовать. Сырная, более острая.
кстати говоря, купила это достаточно давно. И забыла.